привет, ребята. И да, на ваших глазах Happy Wheels. Хочется мяса, хочется кишочков, хочется какого-то трэша, от которого можно хотя бы как-то повеселиться, а не просто побегать и пооткрывать какие-то двери. Я знаю, что здесь дело, здесь в принципе довольно все просто и легко, и я думаю, каждый из вас хотя бы раз видел эту игру и хотя бы точно знает, что она из себя представляет. Но я решил... Господи, серьезно, я только начал, у меня уже нога сломана. Жестяк, ну вот, хотя бы здесь кишочки. А мы можем что-то делать, как-то прыгать, как-то шевелиться? Я просто на самом деле реально хрен его знает. Я даже управление этой игрой не знаю. Ага, на пробел. На пробел мы можем прыгать. Логично, логично. А что тут еще есть? С, Е, В, А, Д. Это все не работает. Ну, ладно, посмотрим. Честно говоря, я даже не знаю, как эту игру комментировать, потому что, ну, по сути, здесь... Оу, жесть. Мне кажется, это нехорошо. Ой. Мы его теряем. Он уходит, уходит. Все, ушел. Но он еще жив. Он еще жив. Ну, ни хрена себе. Он возвращается. Он возвращается. Бля, парниша очень крепкий, все, что я могу сказать. Он реально еще жив. Я честно, я даже не знаю, как эту игру комментировать, потому что, в принципе, здесь просто мясо, кишки, кровяга, и кажись, он опять что-то сломал. Не, игра на самом деле дичайше забавная, и пофанится, и в принципе чисто как трэш, эта игра очень классная. Я на самом деле хотел выбрать не этого парниша, потому что в принципе мне, как и многим, больше всего нравится мужичок с велосипедом. Он на самом деле реально трешовый. Вообще, в принципе, здесь велик это самая дико управляемая, на мой взгляд, вещица. Надо посмотреть, что она себя представляет. А, мы в предыдущий раз шли по низу, а сейчас поверху. Ладно, в общем, попробуем по-нормальному и действительно пройти какой-то из уровней. Да что вы говорите? А то что-то мы как-то... Тихо, не так сильно... Бля. Ага, ну мы не долетаем. Ну ладно, хорошо, попробуем, в принципе, выбрать парнишку с великом. Вот этого парнишку с великом. И посмотрим, что он из себя представляет. Сынок. Серьезно, блин. Эта игра антисоциальна, мне она уже нравится. Ай-ай-ай, господи, а это не так уж и сложно. Ой, блин, не так уж и сложно, не так уж и легко. Сына, держись! Сына, мать твою с... блять. Сына, прости. Сына, все нормально, маме скажем, что так оно и с самого начала... Бля, сына, держись. Это, короче, батя, походу, своего сына из садика забирает. Ну-ка, жизнь, блядь, не очень хорошо. Если когда-то заведу детей, то, надеюсь, я стану более лучшим отцом, чем он. Ай. Попробуем выжить. Сына, все нормально. Сына. Смотри, класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас, действительно. Умеете. Могете просто. Ах, жесть. Попробуем сменить уровень, потому что что-то этот уровень у меня не идет. Бля, у меня аж все тело заболело. Так, это у нас что такое? Выберем его же. Ух, что-то мне уже не нравится. Что-то мне реально уже не нравится. Сына мы должны пропихнуться. Не, походу я парня выбрал не для этого уровня. Блин, ну я не знал, я первый раз. Первый раз, первый класс, попробуем быстренько сменить. Так. Для этого уровня, скорее всего, подойдет вот этот вот парниша, потому что, мне кажется, только он и сможет пролезть в эту дырку. А чё, блин, тут делать-то? Ага, даже так. Вот признаюсь честно, не ожидал. Господи. Блядь, да не гони. Там просто фарш едет в машине, ему там уже башку расплющило. Что? Давай-ка еще раз, мне понравилось. Единственная правда, башка превратилась в фарш. Надо попробовать каким-то хреном... Ой. Каким-то хреном выжить.
Не очень понимаю, как отсюда прям выехать. А, во, все понял. Какой-то шарик нас отсюда выпинывает. О! Отлично! Это да... Хотя нет. Я только хотел сказать, что это даже хорошо, потому что поможет более-менее выжить, но, однако... Оказалось то, что у него голова вошла в машину, по итогу ему эту голову и оторвало. Так, ладно. BMX Park. BMX Park, там точно нужен велик. А, тут уже заранее выбран велик, даже. Воу-воу-воу, сына, я тебе обещал свалить в парк. Вот, после садика мы заехали в парк. Ай-яй-яй. Сына, держись. Сын ружки поднял. Папа, ёб твою мать, папа, ты долбоёб, что ты делаешь? Мать твою. Сына. Ой, у меня аж яйки вспотели. Блин, сына, держись. А как ты думал, я с твоей мамой познакомился? Именно так я ее и завоевал. Ёб твою мать. Не, это определенно трешовая игра. Ну я ж победил. Мы ж доехали, если это можно назвать. Доехали. Ну неважно, мои части, мои остатки. Попробуем еще раз. В принципе, это реально. Я вижу, что это действительно реально. Сына. Вот так вот надо завоевывать девушек. Учись именно так. Я завоевал твою маму. Ой-ой-ой. Блин, а это прям игра-то такая хардовая, напряженная. Гораздо более напряженная, чем многие хорроры, которые я в последнее время играл. Я еще без записи в них играю, чтобы, ну, посмотреть, что они из себя представляют. Да ёб, представляют, но... Выясняется, что делаю я это отчасти зря. И что это за часть тела? Это мозг? Это сердце, по-моему, да? Смотрите, что это в небе? Это птица. Нет, это самолет. Нет, это Супермен. Нет, это птица. Расходимся. Может, он долетит до финиша, и мы победим? Бля. Кажись, не удалось. Хорошо, не, ну мы должны же это сделать. В конце концов, хотя бы один уровень мы должны пройти. Do it! Так, сына, держись. Господи, у этого чувака, у нашего сына, руки болтаются просто на рандом. Хотя, с таким батей, конечно, я не удивлен. Сына, держись. Так, тихо, здесь притормозит. Вау-в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 ау
Мы должны за... Серьезно? Еще и великом сверху, а он сел, он сдох. Ну, логично, в общем-то, да, блин, капитан очевидно. Так, хорошо, 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 тихо. Хотя нет, здесь наоборот, можно разогнаться. Сына. Сына, маши руками, как крыльями, может мы долетим, блин, с тобой куда-то. Там надо на этой хрени притормозить, когда мы, ну, до этого круга доходим, там надо как-то реально притормозить. Бля, не, ну не так. Не спиной, братиш, не спиной тормозить надо. Хорошо. Тихо. Надо как-то умудриться притормозить в момент того, когда мы на этом колесе смерти едем. Тихо. Папа, ты что, долбоёб, что ты делаешь? Нет, сынок, не ссы, сынок, простили, это моя рука. Ну ладно, это рука батя. Заядрить, колотить. Нет, ну почти получилось. Это в принципе возможно. Я, блин, упрямый, я должен это сделать. Давайте еще попробуем. Ну реально же почти получилось. Блин, ну почти. Давайте сделаем челлендж. Доведем сына хотя бы... Ну не целым, но хотя бы живым. Чтобы мама хотя бы порадовалась и сказала, что в каком-то веке его отец наконец-таки проявил хоть какую-то, блин, сознательность. Тихо. Тихо. Что-то, блин, получается. Сына, живи! Сына, мы живем! Сына! Бля, не, ну он, кстати, целый. Он, кстати, целый. Ну, правда... Ах, какие звуки смачные. Правда, слегонца покоцанный, но целый. Ладно, возьмем другую карту, потому что, в общем-то, это мы прошли. Ну, конечно... Нам ее не засчитали, но по факту мы ее прошли. Попробуем, посмотрим, что это такое. Выберем нашего любимчика. Воу.
Через слезы расшибешься. Отстань, ты мне не мать! Господи, ты живой? Ты живой, а почему ты спрашиваешь? Бля, походу сына башку и пизданула слегка. Ой, ну ладно, сына, передай всем, что я выживу. Хотя бы кто-то из нас выживет. Тихо. Ага, понятно. Тихо. Ой, ё-моё. Господи, рука, блин, на маленькой кисточке, на ниточке держится. Ух. Ну, это акробатический номер. Давай. О, нифига, мы смогли. Да, челлендж пройдет. Ой. Господи, какая напряженная игрушка, однако, ё-моё. Воу. Держись. Блин, кто король бы ми... Бля... Нет, явно ли ты король бы микса, явно ли ты. Такая мясорубка, господи, кто придумал эту игру? Так, сына, без тебя я не могу ничего. Ты мне нужен, так что не отделяйся от меня, когда я это сделал в предыдущий раз. Тихо. Главное, что сына с нами! Уу! Вот это круто! Ой-ой-ой, давай. Офигеть, прям. Блять. Хорошо. Так, сына. Сына, напрягись. Сына, все зависит только от тебя. Я просто кручу педали, а все зависит только от тебя. Бля, папа, ты долбоёб. Да, походу, твой папа явно долбоёб. Так, тихо. Ну, пожалуйста, выйди ты отсюда. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Господи, мордой в кишки своего сына. Ну, замечательная игра, ребята. Бля, это самая добрая, самая позитивная, самая хорошая игра в этом мире. Подумаешь, кишки своего сына мы сможем. Вау, береги голову, братиш. Уу! Вот это красиво. Вот это просто супер. Мы дошли даже, ну, почти целые. Ага. И это мне дает ровным счетом ничего. Так, погодите, я, кажется, понял, конечно. Надо быстренько. Как я, блин, отцепился? Я только что каким-то макаром отцепился. Халк! Удар! И мяч влетает в ворота! Знаете, еще на какую кнопку я нажал? А, все, я понял, на какую кнопку надо нажимать, чтобы отцепиться. Хорошо, быстренько отцепляемся. Братиш, ну хватайся. Ю, я схватился. Отлично. Все, дело пошло. Держись, братиш, я с тобой. Я понятия не имею, что ждет тебя впереди, но я с тобой. Едь. Что-то как-то он медленно едет, если честно. Я ожидал гораздо более быстрого старта. Это что за хренотня? Да, пофиг. Выживем. Мордой по крыше, нормально. Хорошо. Пока что все идет просто замечательно. Хоть я и не понимаю, нахрена мы это все делаем, но все идет замечательно. И что? И блин, что? Не, ладно, ребят, это странный уровень. О, парнишка с Ериком. Это самый топчик, по-моему. Сына, держись! Сына, ну он почти жив. А, кстати, даже, по-моему, сына жив. Правда, дальнейшая судьба сына нам неизвестна. Но догадываюсь, что... А, вон он! Ой. А он, кстати, все еще жив. Главное, что выжил сына. Сына! Нет, неважно. Так делают сосиски. Да, так делают. Ой-ой-ой, докторскую колбасу, по-моему, тоже так делают. Ой-ой-ой, ой, мы живы? Блин. Но сына, походу, с нами уже... Ё-моё, не, ну как-то же всяко можно пройти до уровня. Давайте попробуем все равно еще разок. Да блин, как это так первый раз у меня хорошо получилось? Я абсолютно ничего не делал. Может, так все надо просто... Первый раз как-то я даже нажать не успел, меня так хорошо и удачно протолкнуло, что я даже не заметил. Я думал, типа, так надо, и я должен быть сразу.
Блин, нет, ну серьезно, что ли? Должно же как-то... Ну, серьезно, не, ну серьезно, дайте. Дайте пройти, о, как его так между зубами-то сконоебывает. Ой-ой-ой, как его сломало, но при этом... Но при этом он еще даже умудрился выжить какое-то время. Ага, я понял, надо, когда тебя толкает, только тогда нажимать вперед. Так, мы сможем, мы... Сына! Жестяк. Нет, подожди, мы должны, сына, мы уже научились проходить первый этап. Первый этап подготовки! Живи. Поняха, мать твою, ну мы даже прошли дальше, сядь на велосипед. Хотя, каким хреном ты это сделаешь? Неважно, мы все еще живы, мы все еще... Финиш! Я считаю, это победа. Ребята, я считаю, эта победа, это явно финиш. Мы его видели, мы его даже достигли. Ну, хотя бы части этого парнишки. Тихо. А как назад? А, понятно. Так. Главное, жопы на поклон неси. В туфлях стоимостью 300 тысяч долларов. Да, не гони. Не, ну серьезно, что ли? Не, ну не гони. Ну, давайте еще разок попробуем. Довольно забавная игра, на самом деле. Кажись, что-то я сделал не так. Вот этого чувака знатно бомбануло. Вот это знатно. Тихо. Ждем. Так. А здесь если нажать тут... Понятно. Тоже что-то произошло. Да. Прям как я не ожидал. Я думал, может, это шипы накроет. Ага, конечно. Конечно, блин, накрыло. С головой, мать его, накрыло. Тихо. Тут аккуратненько. Вот так вот. Молодец. И тут тоже аккуратненько. Тихонечко. Мы сможем, братиш. О, кстати, финиш. Ага, так мне кажется, до него еще доехать надо. Ой, блин. Ой-ой-ой, вот это напряг, вот это экспрессия, вот эта игра, а вы говорите хорроры, блин, в хоррорах так не боишься, как в этой игре. Не, мне понравился этот уровень, давайте еще разок попробуем, и думаю, пока что с этой игрой можно завязать, но на самом деле игруля довольно забавная, реально забавная. Так, тихо. Тут надо быстренько, хоп, а тут надо медленно, потому что здесь можно натыкнуться... Насып. Есть. Нормально, мы живы, хорошо. Прям начали вообще, прям как боженька идем. God-like. Тихо. Тут главное вот порой надо спешить и порой не спешить. Такая игра, которая требует... Ай, внимательности прям со всех сторон. Минус шлем, ну да хрен с ним. Что это? И он сныкался. Бля. Серьезно, братиш, это эпично. Не, ну подождите, я хотел один нормальный раз, ну какого хрена? Я не знаю, можно ли это считать нормальным разом. Почему у него руль остался в руках, а колеса уехали? Китайская сборка, блин, этого самого. Тихо. Аккуратно. Так. Блин, я реально сижу, болею за этого чувака. Офигеть, эмоции круче, чем в некоторых хоррорах последнего времени. Но я это уже, по-моему, 10 раз сказал. Тихо. А, хрен с ним со шлемом. Главное, колеса, блин, чувак, не потеряй. Главное, колеса не просты. О, блин, ну не, ну серьезно, ну успели же. А, как кишечки прыгают смачно. Ну ладно, ребята, в общем, надеюсь, это вас как-то повеселило, хотя, я не знаю, только нас могут веселить всякие кишки и всякий трэш, хотя, блин, знаете, нет, давайте еще раз и хватит. Это моя фишка, я постоянно говорю, что скоро пойду спать или что-то стану делать и сижу еще 2 часа. На самом деле, просто реально хочу пройти попробовать этот уровень дальше, чем я это только что сделал. Я бы... Ё-моё, не, ну... Ну ладно, ну походу, это судьба такая у этого уровня. Ладно, ребята, в общем, давайте, всем удачки, и надеюсь, эта игра хоть кого-то натолкнула на позитив, хотя я не знаю, тут один трэш и кишки, но мало ли кому-то понравилось. Ладно, ребята, всем удачи, ставьте лайки, если понравилось видео, оставайтесь с нами, покедова!